запомни имя Ассала. Не забывай, как твоя армия у нас сосала. Всем привет, ребята, с вами я, Алик Ассала. Эх, давненько я не снимал видосы, давно я не активен. Теперь настало то время, когда каждый день просто будет выходить видеоролики, ребята. День будет видеоролик, день будет стрим. Хочу вам сообщить, ребят, я играю на сервере Aurora Roleplay. Вот. Мод мне понравился. Похож на Advance. Это самое главное там. Нету такие сложные команды и тому подобное. Мод похож реально на Advance. И как многие знают, что я привык к моду Advance, мне сразу захотелось играть на этом сервере. Сейчас многие начнут: о, продался, идите просто лезьте. Я давно не играл на сервере, я зашел на всех сервера, проверял, меня тут пригласил Санти Ассала. Хочу сказать, что Санти Ассала тоже играет на данном сервере, он стоит на лидерке Палас. Ребят, поскольку вы уже по названию ролика уже видели, хочу вам сказать, я лидер банды Warriors Los Aztecas. Почти 4 года назад моя первая лидерка была, после этого я не стоял на лидерках, вы самый прекрасный это знаете. Теперь я состою в банде Aztec и я на лидерке, 10-й ранг. Короче, что могу сказать, завтра утром или вечером, я вечером тоже буду сегодня в сети, кто смотрит данное видео, вечером я буду в сети, если не я буду, то мои девятки. Просто подойдите к ним, скажите, типа, я от Алика. Вот, они вас инвайтят. Обязательно, пожалуйста, при регистрации укажите мой ник. Есть мой промокод, хэштег Алик. Самое главное, ребят, реально я от вас жду хелпы. Давно я не онлайнил. Давно я не... Очень-очень давно. Очень, вы это прекрасно знаете. Теперь мне нужна ваша помощь. Что могу сказать? При указании моего промокода вам дается 100% дигл, короче, прокачанный, 100%. Плюс хочу сказать, что данный сервер без бонусов и всяких ерунды, там акции, там зашел миллиард, дали и все такое. Что могу сказать? У меня есть желание играть на этом сервере, продвигаться. Если вы мне поможете, вы если онлайн поднимете, вот, допустим, подняли, да. Может в дальнейшем я уже в гетто не буду. Может в дальнейшем я пойду в ПД, там, в военку. Ну, вместо стопудово СМИ и в больницу. Вот. Если вы поднимете сервер, может не все мои подписчики же там... игроки, грубо говоря, из гетто. Большинство людей может быть из ПД и тому подобное. Это ярый пример. Япик Ассала тоже, когда играл в самп, он, я его взял в Ассала через ПД. Чё могу еще хорошую вещь сказать? Как попасть в сильную Ассала? Да, есть товар, верно. Цена указана. Ну, вы знаете моего характер. Если человек, я смотрю, меня помогает, поддерживает, и человек, сердце у него хорошее, а не там жопа лес какой-то, может, на лидерке я из некоторых возьму семью. Главное, неважно для меня возраст, сколько ему лет там, и так, Вася, и так далее. Главное, человек был адекватным, был умным, было, чтобы было желание ему всегда помогать. Всегда что. А, еще хочу напомнить. Респа не тут прямо, а респа на Эль Корона. Коронное место астековцев. Че, состав заново будет собираться, поскольку АТГ-10 больше, грубо говоря, многие из них не играют. Наберем состав АТГ-10. Как бы, время идут, люди меняются. И так далее. Я не знаю чего. Арам Ассала тоже будет играть. Ребят, многие Ассала тут будут играть. Ну, у кого там учебы закончились, уже там каникулы у некоторых. Вот они будут играть.
Есть желание вспомнить свои хорошие и добрые времена 2013 года до 2015 года, как мы ебашили там через состав. ВРК тоже будет указан под видео, ребят. Обязательно IP будет указан, еще раз повторяю. IP сервера под видео. Ник приглашит все игрока. Пожалуйста, введите Алика Сала. Промокод хэштег Алик. РК будет в описании. Я каждый день там сижу. Не то, что если не будет стрима, я там буду. Я буду на сервере. Я вас всех жду. От души, кто придет помогать, я буду рад. А кто не придет, я просто пойму, ребят. Плюс поставьте на этот ролик лайк. Поддерживайте лайк. Блять, меня свои слили, что ли, сейчас. Плюс поддерживайте лайком данный ролик. Короче, я вас всех жду. Я уже делаю расфор. Состав буду набирать заново. Мне дали разморозку на 24 часа. Это гровит. Разморозку. Короче, завтра будут капты. Подтягивайтесь, ребят. Завтра будет и стрим, и капты. Капты каждые 30 минут. Каждые 30 минут. Капты мясные, пиздец, и как. Сегодня я где-то 2 дня назад, 3 дня назад там сходил пару капточков, там где-то на 4 капты пошел. Капты реально мясные. Администрация добрая, отзывчивая. Не знаю, во всем пытаются они помочь. Не игнорили. Как я подавал жалобы, типа вот такой читер, или вот такой как туда попасть, или какую команду. Они всегда помогают. Что могу сказать? Всех жду, ребят. Всех жду. Просто жду от души. Целую вас. Пока. До встречи, амигос. Жду завтра на контактах.